Самару продолжает готовить к Новому году. Одной из первых преображается набережная. Иллюминацию там включат раньше срока, до 15 декабря. Монтаж гирлянды бахрома закончат еще раньше, к 28 ноября. Это новая конструкция, закупленная МП «Самарская набережная». Ее можно будет увидеть на второй очереди под Маяковским спуском. Светодиодную гирлянду закрепляют на опорах освещения, где сразу же тестируют. Хотим, чтобы было красиво. Любая уличная иллюминация, она должна быть защищена по своей категории опасности от воды, от заморозков. То есть это уличная специальная иллюминация, которая предназначена для монтажа на открытом воздухе в зимнее время. На второй очереди набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска, как только позволит температуры, зальют каток протяженностью 1,5 километра. Как и в прошлые годы, он будет бесплатным. Сейчас там смонтировали рабатки безопасности. Кроме того, под Маяковским спуском готов металлокаркас для елки. Иллюминация подсветит детскую площадку на 4-й очереди, недалеко от ладьи. И на 1-й очереди под Некрасовским спуском и у фонтана под Ленинградским спуском разместят новые гирлянды, а также лазерные проекторы и впервые подсветят деревья ландшафтными прожекторами. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. А эту елочку привезли со склада муниципального предприятия «Горсвет». И всего через 3-4 дня она начнет радовать жителей города. Новогодняя ель появится и у филиала Третьяковской галереи. Там собирают каркас высотой 16 метров. У нее получается большой вес, поэтому приходится делать большой противовес, чтобы ветром не сдуло. Сначала собираем каркас, потом у нас будет обвязка, такие дуги, тоже железные. А потом мы ставим ветки и шарики, соответственно. Праздничный вид города уже создает новогоднее настроение у жителей. Ну, иллюминации нравятся мне, иллюминации. Красивая должна быть просто, потому что это Самара. В Самаре все красиво. А радовать однозначно будет. Ну, очень рада, что тут будет елка на Новый год. Всего в этом году в городе запланировано разместить около 7 тысяч световых элементов. Их смонтируют муниципальные предприятия «Самара-Горсвет» и «Самарская набережная», МБУ внутригородских районов и коммерческие организации, управляющие компании и ТСЖ. Елизавета Прокопенкова, Полина Чулюкова, Константин Головин, Николай Сидоров. События.